Вот я могу на столе станцевать, в танце сделать это, спеть могу, понимаете? Я не знаю, что мы еще должны сделать. Мы исходим из того, что сегодня еще раз и еще раз, главное, чтобы нас во всем мире поняли, мы никогда не говорили, что в России нет проблем с допингом. Никогда не говорили. Они есть. Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с легкой атлетикой. Они есть. Но мы только говорим о том, что это не только проблема России, допинг. Это проблема всего мирового спорта. Это не только проблема легкой атлетики, это проблема других видов спорта. Есть такие проблемы, которые должны заботить всех. Это проблема, скажем так, допинга, это проблема договорных матчей, влияние на результат, это безопасность во время проведения. Есть проблемы, которые должны всем миром решать. Ведь это же не трагедия. Трагедия, когда люди погибли. Теракт, в самолете, наши люди погибли. Это трагедия. Это не трагедия для нас, если не допустят нас. Я хочу, чтобы вы поняли. Это трагедия для молодой девочки, там, Маши Кучиной, которая мечтает попасть на Олимпиаду. Или для Лены Исыбаевой, для которой это последняя Олимпиада. Понимаете? Для них это трагедия. Вот что самое главное. Для страны, ну не поедут, не будет у нас какого-то количества медалей. Понимаете, мы перестали давно уже здесь политизировать результаты Олимпийских игр. Для нас некие другие уже задачи и ценности. Но вопрос ведь в другом. Что это даст мировой легкой атлетике? Вы все будете удовлетворены, если сегодня прекратит существование легкой атлетики в России. А она прекратит, вы поймите.